сегодня будет подписано соглашение о привлечении 80 студентов к работам в летний период. Будем заниматься отмосткой, будем заниматься выравниванием, скажем так, площади определенной под гостиницу. Вот, обговорили уже минимальную заработную плату, условия труда и так далее. То есть, как будут студенты здесь работать. Сегодня уже формально в присутствии первых лиц области наша задача это закрепить. На сегодняшний день уже студенты работают, уже уехало два отряда на космодром Восточный. Мы строили Сочи, строили объекты саммита АТС. И для студентов сегодня важно принимать участие в знаковых стройках, таким как является аквапарк.